Здравствуйте, мы находимся на стадионе Днестр имени Виктора Ивановича Дукова. Сегодня хозяева принимают Петродолинский ФКП. Сейчас будет свисток. Сегодня наши решительно настроены на игру. Наверное, они сегодня победят. Фалит. Билан. Билан пас Миху. Не прошла подача. Нестеренко. Нестеренко подача. Макаров не дает ему, не дает сопернику ударить по воротам. Спокойно чувствует себя Виталий в воротах. По флангу. Обигрывает игрока под удар. Хорош. Нестеренко на ваших экранах. Боковой арбитр на ваших экранах. Неклис мячом на передачу на левый фланг. Нестеренко. Угловой. Возит. Фалит. Даже не извинился игрок, какой он бесстыжий. Билан Олег возле мяча. Сейчас будет подавать штрафной, подача. Бэф с мячом. Бэф обходит защиту. Удар по воротам. Какой удар! Билан Олег на ваших экранах. Поляков и сержант в защите играют. Сейчас будет у хозяев замена. 15 номер вышел. Готовится замена команды Днестр. Вместо капитана команды выходит 11 номер. Кряк на ваших экранах. Сержант на ваших экранах. Наконечно Максим обратно лежит на поле. Поправляю Верю. Поляков Денис на ваших экранах. Совсем недавно Мюнхенская Бавария сделала ему предложение, но Денис отказался. Он хочет провести всю свою карьеру в ФКП. Опасный момент. И тут Зеленчук Виталий вытянул мяч. Это школа Михайловича. Вероятно, там бы мог бы был гол. Совсем забыл озвучить команды состав ФКП. Вратарь ФКП идет. Вероятно, боковой судья ошибся. Полякову завязывает шнурки. Зеленчуку Виталию, воротнику. Вратаря команды Днестр, походу, не учили стоять на воротах, и он вышел с ворот в поле. И Днестр открывает счет. Нестеренко возле мяча, ФКП спешит разыграть. Билан с мячом. Билан подает пас на неконечного Максима. Напомню, что в счет. Польза 1-0, пользу хозяева. Счет становится 2-0, но табло не работает. Сержант показывает мастер-класс. Нестеренко с мячом. Фалит, команда Днестр, что он делает? Вероятно, судью подкупили. Билан Олег хватается за ногу. И сейчас, возможно, он покажет, как он бьет FIFA. Бэм с мячом. Удар по воротам. И вратарь. Первый тайм подходит к концу. И счет остается прежним. 2-0. Пользу хозяеву. Что-то неуверенно чувствуют себя игроки ФКП. Некли, левый защитник, прибежал на правый фланг помочь своим напарникам. Начинается какой-то движ. Нестеренко мог получить хрящичник. Ну чё ты не играешь, блядь, ёб твою мать! Что, Саня Гончаренко? Я говорю, не надо, обостри, пойди по-мужски, сука, обыграй, блядь, человека, нахуй, сделай передачу, блядь. Дай ножки, блядь, нахуй, как в балете, нахуй. Что же, как вы хотите в футбол играть, блядь? Это да нахуй развалите, блядь, мне надоело, уже противно, нахуй, все время кричать что-то, блядь. Что это за, блядь, руководство такое, нахуй? Ну, сыграют мяч, подержали колицы, связочки, все работает, нахуй. Где-то выдавили, нахуй, во фланг, прострел. Так, вот целенаправленный, гол там, нахуй, то-то, то-то. Ничего же нету, нахуй. Друг друга не понимаете. Этот бежит туда, блядь, передача туда идет. Да ебаный брат. Что ж вы, нахуй, вообще на разных волнах находитесь? Зеленчук Виталик готовится выйти на второй тайм.
Игроки ФКП ждут свистка судьи. Судья дает свисток. Для вас комментирует дочь игрока ФКП Валентина Дмитрия. Некли передает мяч Стасу. Стас Игорю. Видим бокового арбитра, который не засчитал нам гол. Мастер штрафных на ваших экранах Билан Олег. Скорее всего, он будет также исполнять удары, как в игре FIFA. Билан Олег. Передача на наконечную. Наконечный возле ворот. Подача. Нестеренко, удар. Гол. Поляков в шоке. Тянут время хозяева, потому что, как мы в счете знаем, они ведут 2-0. Три игрока в КП стеночки. Это сержант Нестеренко и Николачук. Свисток, подача. Зеленчук на месте. Наконец-то Максим поднимается, идет в штрафной. Опасный момент. Его ломают, штрафной же. Судья купленный, 100%. Атака Днестра. Опасный момент. Виталик отбивает мяч. Молочага. Бело принимает мяч. Навельки обогнал его. Замена команды Днестр. Еще одна замена команды Днестр. Медпомощь бежит на помощь. Бабушка, аккуратно. Бабушка, быстрее, вытяните время. Николачук вытирает нос. У него насморк. Принять мяч. Догоняет. Сохраняет мяч. Некому отдать. Михайлюк берет мяч. Бежит. Врывается в штрафную. Пи***ц. Ой-ой-ой. Сержант пытается догнать мяч. Сергей устал, походу. Бевс бежит. Должен бить. Пытается вырваться. Падает. Блин. Макаров бежал в штрафную и стал рядом возле Нестра. Как будто он за них. Бевс сейчас будет бить. Итак, свисток, удар. Блин. Был бы сейчас возле мяча Дмитрий Валентин, он бы 100% забил. Замес Некля Сергея выходит. Николачук Александр. Без боков Игорь готовится выйти на поле. Напомним, что это 5-й тур чемпионата по футболу Овидиопольского района. Бевс принимает мяч. Сержант пробил, но выше ворот, к сожалению. Напомним, что команда Днестр на 4-м месте в турнирной таблице, набравшие 9 очей. А команда ФКП занимает 7-е место в таблице с 6 очками. Передает Николачку. Ой-ой-ой, опасный момент. Бело берет мяч, дает в ляху типу. Мастер Олег. Можно бить. Михайлюк Стас. Поворотом удар. Ну бей же. Бей, удар. А-а-а, какой удар. Шикарнейший удар. Автор удара на ваших экранах. Николачук. Сержант. Наконечный удар поворотом. Замена команды Днестр. 70-я минута матча. И счет 2-0. В пользу хозяевов. Без боков возвращается к нашим. Опасно. Удар. Виталик. О, капец. И счет встает 3-0. Судья показывает вне игры. И гол отменили. Тянешь, Михайлюк. Денис берет мяч. Может, у тебя получится что-то. Опять отдает Михайлюку. Тот передает наконечному. Замес Николачука Сергея. Выходит Билан Павел. Потихоньку прорывается в ворота. Отдает Михайлюку. Михайлюк неуверенно себя чувствует. Передает снова Макарову. Макаров бьет в штрафную. Ой-ой-ой. Бернацкий Дмитрий, Виталий, Крупа на ваших экранах. Макарова за мяча. И будет бросать в штрафную. И сейчас будет замена. Два игрока ФКП появятся на поле. Растяжку делает Крупа. Бернацкий чухает яйца. Мы видим у Бернацкого Дмитрия порванный гетто. Бев за Сергея выйдет на поле Бернацкий Дмитрий. А вместо Михайлюка Стаса выйдет Виталий Крупа. Бернацкий на ваших экранах. Виталик на месте.
Немножко неуверенно, но все равно он взял мяч в руки. Билайн Олег возле мяча. Ребята, соберитесь, мы за вас кулаки держим. Катайте их, развозите. Билайн Олег, давай. Мы в тебя верим. Это же Днестр, а не Барселона. Макаров. Макаров идет с мячом. Дает пас на левый фланг. Можно давать. На эмоциях. На штрафной. А какой шанс. Без боков, без боков. Даже защитники ФКП штрафной, чтобы забить этот решающий гол. Напомню, что ФКП Билайна Олега выкупила у Реала. Не буду говорить, как, за какую цену, конечно. Это секрет. Вратарь все сегодня берет. Макаров играет с вратарем. Конец матча. Следует свисток. И это поражение. Команда ФКП проигрывает со счетом Днестру Авидиополю 2-0. Ребята устали. Но команда ФКП расстроена. Одноклассники на ваших экранах. Без боков Игорь, Билайн Олег и Дмитрий. Бернацкий Дмитрий. Голкипер возвращается. Билайн Павел. Наконец-то решает переход Днестр. Возможно, он подпишет контракт. С вами был Богдан Кошелек. Встретимся на следующем матче.